Всем доброго времени суток. Сегодня у нас анбоксинг. Сначала немножко предыстория. Исходя из последних рыбалок, что-то я пришел к такому выводу, что очень часто и очень много я стал обрываться. И те чебурашки, которые я покупал еще 3 года назад, почему-то начали у меня заканчиваться. И поэтому решил принять стратегически верное решение не закупать чебурашки, а купить себе форму. Форму для литья чебурашек. И помаленьку, постепенно переходить на самообслуживание. Стал пробивать интересующий меня вопрос по просторам интернета и нарвался на такой интересный магазин, который называется Купиджик.ру. Сделал заказ на форму для литья чебурашек от 1 до 3 грамм, обычно которые и используются у меня в моих рыбалках микроджиги. Дождался я посылки, хотел сделать это красиво, думаю, прямо на берегу реки открою, налью себе чебурашек и прямо на них сразу же и буду рыбу ловить. Но погода вносит свои коррективы, поэтому пока так. Возможно, потом сделаем отливку, проверим, какие чебурашки получаются, и сразу же на них и половим. Ну, не знаю, как на природе, но, по крайней мере, дома я себе несколько штук для пробы сделаю. Итак, получил сегодня посылочку от магазина Купиджик.ру. Вот в таком виде. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что там есть. К сожалению, где-то запропастились мои анбоксинговые ножницы в результате ремонтных работ. Открываем и смотрим. Также хотелось бы сказать, что кроме непосредственно формы, заказал сразу скобки. Там на сайте очень удобно не расписано, под какие формы, какие скобки заказывать, какой длины, какого диаметра. Я скриншотики вставлю непосредственно в видео, и там вы все посмотрите и увидите. Все достаточно хитро и надежно упаковано. Пупырку пока уберем. Здесь мы видим вот такой. Так, формы, контактные данные. Все, чин-чинарем, дата отправки. Ну и здесь также отмечены какие-то важные моменты, которые мы потом почитаем. Так, еще упаковано. Здесь уже у нас картон. Не пожалели. Ага. Так, здесь у нас скобки диаметром 0,6 миллиметра, длиной 10 миллиметров, 200 штук. Там вы можете выбрать себе 200, 500 штук и также по длине. У них на сайте, я тоже скриншот выложу, значит, четко прописано, под какую чебурашку, какую скобу покупать. Очень полезно и очень информативно. Ну и непосредственно опять упаковочка. То есть насчет упаковок можно быть спокойными. Здесь мы видим чебурашка разборная. Видно будет, не видно. Все, ОТК. Все сделано достаточно серьезно. Итак,
Достаем нашу формочку. Вот такая формочка. Здесь, как я уже говорил, от 1 до 3 грамм. Шагом полграмма. Ну что, сделано все, насколько я могу судить, так визуальным осмотром достаточно качественно. Есть две закладные, которые у нас смазываются либо мылом, либо, не знаю, попробую силиконовой смазкой. Ну, с баллончика такая. Сделано достаточно качественно, проработано. На каждом грузике имеется логотип, но не знаю, не вижу, если нет там маркировка непосредственно самого груза, как веса Чебурашки. Значит, закладываем наши закладные. И сверху вторую половинку формы. Так, вот так. Или так. Нет, вот так. Все, форма встала у нас на место. Все плотненько сидит. Закладные наши двигаются. Теперь все это дело зажимается струбциной, форма должна быть прогрета, и затем производится непосредственно сама заливка. Здесь что удобно сделано, не под каждую, а можно, видите, то есть облой будет по 5 штук сразу. Грамм, полтора, два, два с половиной, три. То есть сразу делается по 5 штук. То есть одна форма, 25 грузиков. Два раза залил, на полсезона хватило. Вот так. Так что теперь, думаю, с чебурашками, с микрочебурашками у меня проблем не будет вообще. Возможен вариант, что, может быть, еще докуплю от 3 до 5. И тогда будет вообще хорошо. Потому что, в принципе, больше 5 грамм чебурашками я не ловлю. Но в основном идут вот грамм, полтора, два. Три тоже уже редко. Особенно где-то вот они у меня в ход идут, вот примерно в это время. Ну там кино можете последним посмотреть. Увидите, что ловлю, как ловлю. Даже на жор попал раз. То есть сейчас у меня есть форма, у меня есть скобки, у меня есть дома свинец. Я его спокойненько разогрею, налью себе необходимое количество чебурашек. Посмотрим заодно, как качество. И все будет у меня хорошо, и все будет у меня здорово. Хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Купиджикру. Возможно, вариант, что я так посмотрел, там еще можно форму для силикона взять. Может, еще и доберусь до силикона, начну лить. Тогда я вообще перейду на полное самообеспечение. Так что спасибо магазину, спасибо за качественный товар, спасибо за предоставленную скидочку. Все ссылки внизу под видео я оставлю на их сайт, на их группу ВКонтакте. Скриншоты вы уже посмотрели. На этом, пожалуй, все. Всем пока!